Всемирно известный музыкант доктор Албан, исполнитель хита «It's My Life», впервые выступил на Алтае. Выступление прошло 17 июня в рамках фестиваля «Алтай Пэлас Фест» в Алтайском районе. Музыкант исполнил как известные хиты, так и новые песни, а после дал эксклюзивное интервью для нашего телеканала. Мне понравились горы, много гор, зеленый край, прекрасно, очень красиво. Хорошие, добрые люди. Отличные зрители. Я наслаждался концертом. Это было по-настоящему здорово. Доктор Албан отметил, что хотел бы посетить наш регион еще раз, но как турист, чтобы в полной мере насладиться природой и зарядиться энергией Алтая. В память о крае он увез с собой флешку с полной коллекцией звуков природы из нашего проекта «Слушай Алтай». Я хотел бы сделать вам подарок. На этой флешке собраны звуки природы Алтайского края. Может быть, вы захотите использовать их в своих песнях? О, Боже! Спасибо! Полную версию интервью смотрите в ближайшем выпуске программы «Персона» на Катунь-24.